Так. Кто такой? Фамилия, имя хотя бы назовите. Откуда? Юрий Георгий Крещение. Георгий, откуда вы? Ленинградская область. Повторите. Ленинградская область. Калининградская? Или Ленинградская. А, Ленинградская. Точно. Так, я фамилию ниже не расслышал. А можно без фамилии? У меня тут проблемы с налоговыми приставами сейчас возникли. Я не понял тогда, а что, тут тайна какая-то? Да, в общем-то, нет, как бы проблем просто будут. Корнышев Юрий меня зовут. Так, подождите, вы скрылись, у вас только подбородок видать, надо намного ниже сделать. Вот так вот, что просто вот слышно. Почему погасло-то у вас, сейчас не видно, вы не видите? Я вот себя вижу в окошко, себя вижу, маленькое внизу справа, а вас нет. Непонятно, что-то у вас знаете, неладно. Ладно, высветилось. Так. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Так, я хотел бы сразу это спросить. Вы вопросы какие-то подготовили спросить? Да, вот у меня вопросы, например, по причастию. Да. Маленько опять уплыло все кверху, глаз даже не видать. Пониже сделайте. А так? Еще ниже, чтобы голова... Вот так, во. Так, слушаю вас, пожалуйста. По причастию, вот, например, я как бы часто хожу, меня сейчас... храмы, где ходить, и получается, что я алкоголик, скажем так, ну, сейчас не пьющий алкоголик, как посмотрел я лекции, просто, ну, мне помогло это после причастия, как бы я пытался голодать, это все ненадолго получалось. Вот, и я сходил к отцу Роману, он причастил, спросил, ну, чувствуешь себя самым мерзким, да, конечно, хуже нет меня. И вот уже на исповеди я так, не так плохо стало, что уже понял, что не зря приехал к нему. Значит, вечером готовился, служба, потом, ну, каноны вычитывал, значит, к причастию. Утром причастился, все сняло как рукой, как свет включили. Вот. А сейчас хожу в другие храмы. Ну, далеко уехал, 300 километров туда ездить невозможно. И хожу просто пусто, пусто в душе, как бы ничего не получаю в этих храмах. Ну, значит, они, скажу так... Батьки на службе так ведут, как бы осуждаю, наверное, грех небольшой, но не могу даже смотреть, как они себя ведут, только что не пляшут на службе. Да. Спросил про крещение, что я, ну, облитый был водой, значит. А он говорит, да, не морочь голову, это все условности, это как, ну, то есть, понимаете, как в цирк сходил. Да. Я говорю, ну, как же так? Получается, если вместо вина можно борща налить красного там или водки, то же самое получается условности. Ну, начали на следующих службах, когда заканчивается служба, значит, слышу в мою сторону такие камушки летят, что тут ходят всякие разные по барнаульским там местам, по сайтам и прочие, всякую чушь несут. Ну, я понимаю, что в мою сторону как бы все эти речи. Вот как быть? Ездить туда мне лучше раз в месяц, раз в два месяца на причастие, как бы. Там и службы хорошие, долгие, правильные, глашенные языки. А здесь, кстати, этого нет, да. Я вот слушал, так и не нашел, когда глашенные языки. Вы на нашем видеоканале бываете? Да, я постоянно сейчас там. Значит, вы много уже посмотрели? Точно. А вы знаете, что у нас есть сайт и форум? Да. Ну, тогда... Так, вопрос-то в чем заключается? Как часто вам ходить или переменить на другое Нет, место? Потому что я хожу как в кинотеатр, то есть, ну, невозможно, то есть, там постоянно паломники идут, постоянно... Так, еще пониже голову сделать, опять уплыло. Так. Еще пониже, пониже. Нет-нет, вот, как-то у вас камера неправильно, глаз... О! Почти так вот, да, слушаю дальше. Вот, то есть, я чувствую, что... Как что-то меня не пускает вот в храм идти, просто вот себя... Ну, проблемы у меня с жизнью так большие, как бы. И, честно говоря, вот сейчас был
Значит, когда последний раз на службе, даже еще до Пасхи, потому что на Пасху не пошел по опыту, что там будет толпа народу и ни службы, ничего не будет. Миллионы. То есть приходят тысячи, а в обычный день в среду придешь там два человека, три. А вы видели на видео, как у нас Пасху встречали? Нет. Пасхальное богослужение. А вы маленько пройдите от начала и увидите, когда у нас сама пасхальная служба была без батюшки, а в понедельник он приехал, как это выглядит? У нас порядок такой, которого ни в одном храме нету. Мы за 7 минут заходим, полное молчание молимся. Это я все уже как бы понял. Примерно как служба будет, я слышу моментами какими-то так улавливал, но именно вот Пасху нет. Сейчас просто что-то посмотрю. Так, тут видите, если бы зависело только от одного слова, то дал, сказал бы и все. А вот. Это ведь зависит не от вас. И поэтому тут надо с двух сторон работать. Что вам вот конкретно тревожит душу, можно подойти к священнику, законно так поговорить, выбрать, когда, чтобы время у него будет, поговорить. Если совершенно он беззаконничает, ну, следующая ступень – это к архиерею. То есть у нас есть какие-то все-таки возможности говорить, но если только вот священник не будет ничего делать, вам ничего уже не повернуть. Мне вот звонят не раз такие. Он приходит пьяный. Пьяный на службу. Благослови, не батюшка. Чего бухаешь-то, говорю, не пил бы. Да, батюшку благословил. Вот они до 10 января разговлялись. Ну да. Тут никак ничего. Конечно, в условиях абсолютной пустыни, когда нигде никого нету, то и горькое сойдет за сладкое. Встань в уголок где-то и не гляди ни на что. Молись, а дома изучай службу и понимать, чтобы что происходит в церкви. Но ведь это никуда не годится, что закрыли, и люди стоят как столбы, ничего не понимают. Ведь это православие-то исчезает, его уже нету практически. Об этом Феофан Затворник говорил. Еще, говорит, одно-два поколения, и православие на Руси исчезнет. 1861 год. Это реально. Это Игнатий Брянчанинов говорил об этом. Монашество кончилось, говорит, он, остались одни актеры. С десятиной вопрос. Вот десятина. Сейчас я не работаю год, развелся, и меня такое обуяло вес какой-то, я не знаю, просто лежу все время. Пить бросил, но и ходить не могу. Значит, вот какие-то деньги там где-то появились, что-то продалось. Ну, там 1030. Вот куда десятину нести мне? Вот как быть с этой десятиной? Где причащаетесь? Я так и думал, да. Но тогда получается, что вот если я здесь вот пока не имею возможности, где... Так, вы уплыли, у вас глаз даже не видно. Опять ниже сделайте еще. Еще да. Ниже прям. А как-то там глазок поверните. Еще ниже, ниже, чтобы голова в экран была. Вот так, вот, все. Все. Так, а то я не вижу вас, просто нос один остался. Скользко здесь, просто планшет, он скользит, съезжает. Не подумал. Ну-ну. Вот. Другого выхода-то никакого нету. Усилить молитву. Как звать священника-то? Здесь... Значит, Варфоломей. Варфоломей. Ну, мы будем знать, я запишу его. Мы будем молиться. Спасибо. И может что-то измениться. Нам неоднократно уже писали разные люди. И смотришь, помаленьку начинает выправляться. Значит, вы тоже не сидите. Вы зайдите на наш сайт. И где мои книги есть, там в открытым оком скачайте третий том. А их 30 томов. Угу. Я, легко. Называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». И... Ну, у вас хоть один-то друг там есть кто-то с вами? Евангелие я читаю. И нет, друг, с кем бы вы могли вдвоем читать? Нет. Ну, посмотрите, пригласите даже не друг, который хотел бы знать Слово Божие. Чтобы 2-3 человека, чтобы было. Угу. Вы будете заниматься. Где там указано дальше, что более обширно. Трехтомник Нового Завета у нас там есть. С блаженным Феофилактом толкования. Неплохо будет, когда 2-3 человека, и потом пригласить батюшку к себе. Посмотреть на его реакцию. То есть не уклоняться ни направо, ни налево. Когда вы будете идти медленно по Евангелию от Марка, там вопросы задаются, как отвечать, вы увидите, как все начнет меняться. Я более лучшего материала практически не знаю. Вот я, говорится, со всего мира самое лучшее брал и разбавлял своим опытом. Вот вы будете читать, один читает, остальные слушают, задаются вопросы. Конечно, службу не пропускать, хотя бы субботу-воскресенье, два раза в неделю.
если к причастию, вот допустим, вы говорите, я там выпивал. Если человек пьет, на 2 года отлучается от причастия, на 2 года. И поэтому не надо тут подталкивать священника, я им лишь бы рот разинул. Кто недостойно причащается, и священник причащает, Златоуст говорит, гибнет сам священник и того, кого причащает. Поэтому надо быть очень аккуратным в этом вопросе. Если заметил за собой, пока не очистишься, и священник скажет, что не причащаешься, скажи, я по канонам отлучен на 2 года, я был пьяный, достаточно 2 раза. И тогда вы усилите этот подвиг. Ну, то бишь пить, в принципе, нежелательно, как бы ни по благословению батюшки, никак. Ну я да, сейчас... но все равно сказать, что вы под епитимьей. Епитимья кстати, должна да. быть. Кстати, правильно вы сказали, Господи, Сергей забыл. Он приехал из Украины, сейчас где война, из Туреза. И не могу, никаких сил нет, но он выпивает. Я говорю, так ты пить броси, будет тебе хорошо, может быть. Он помогал и храмы строить, и он весь тоже инвалид, плохо ходит, как бы. Но вот он послушал вас, говорит, ну это для начинающих, это тебе вот как бы хорошо, а мне-то это все как бы пройдено. Я говорю, Серега, ну ты реально не в Бога веришь, а в батюшку, потому что у него все, что не скажешь, батюшка благословил. Ну это манкурты. Манкурты, то есть совершенно мозгов нету. Батюшка идет не в то место, и ты за ним оба упадут в яму, написано. Ты и говоришь, что он за тебя отвечать будет. Первое послание к Коринфянам 4:5 прямо говорит. Абсолютно точно. И второе Коринфянам 5:10. Всем надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Никто за нас отвечать не будет. Вот так. Вот как-нибудь еще вариант. Я жил с женой 25 лет. Ну, знал, что, наверное, погуливает, потому что она жила в другой стране 10 лет, и я один жил. Ну, я не святой совсем, как бы тоже погуливал. А тут совсем не в МГАТУ стал, а развелся, потому что полетели фотографии на почту на мою. Неаккуратно она там что-то сделала. Развелись мы. Вот. И все посыпалось у меня, и бизнес сразу, и все как бы. Мы венчаны были 10, сколько там, лет назад. Ну, все это попусту, потому что мы и не крещеные, и венчались тоже мы. Нам держали корону над головой, как бы. И вот получается, что я сейчас живу с женщиной, она беременная от меня. И вот я говорю, мы не можем расписаться, потому что у меня проблемы с долгами. Я взял деньги, они достались жене, и жене досталась вся недвижимость. Ну, все, короче, у меня только долги остались. И получается, что... Расписаться мы не имеем права. Я говорю, нам нужно венчаться. А она говорит, ну, я как бы не против, но в церковь не идет, потому что как бы обманывает. Знаете, как у вас слышал такую притчу про бесов, который самый лучший способ увода от Бога? Завтра. Завтра буду молиться. Да. И вот я... Какая молитва может быть, например, как молиться? Еще вот у меня вопрос такой, может быть, даже более главный. У меня сейчас так... Лень, не лень, а какой-то бессилие. То есть, вот вы говорите, не думать ни о чем. Я все время думаю. О чем-то думаю, думаю, думаю. А делать ничего не могу. Даже молиться вот сейчас не могу. Ни утром, ни вечером. Видите, тут исследовать-то нужно в первую очередь себя. Если вы говорите с той женой венчанной, то пока жена не умерла, у вас не может быть ничего с другой женщиной. И поэтому разные браки, не браки. Тут просто сказать, а что это такое? Прелюбодеяние, измена. И все. А поэтому вот ничего не могу думать, потому что блудная жизнь съедает мозги. Самый опасный грех, это Аполлос говорит. Опять ушли вы, даже глаз не видно. Пониже голову. Давай. Еще пониже голову так сделайте. Да, хорошо. Вот так. Поэтому этот вопрос надо разрешить просто кардинально. Вот. А венчаться я могу с ней, в принципе? Не можете. У вас венчанная ваша жена живая. Но она заблудшая была. Блудила она хорошо. Нет, это уже, ну, теперь делают так. Пишут епископы, идут, но это все Филькина грамота. Написано, если при живом муже, но это означает, и при жене выйдет замуж, называется прелюбодейцию. А если умрет, свободно выйти за кого хочет. Эти узы сковываются навсегда. Навсегда. Сегодня придумывают по-разному, ну, вопрос стоит о спасении. Если это спасение, ну, вот монах, допустим, он у нас знакомый был, иеромонах. А теперь размонашился и женился. Так, опять вы ушли, одни глаза даже скрылись. Пониже как-то. Почему он у вас плывет-то так? И как-то к низу спустите так. Нет. Вот еще маленько ниже.
Вот так, закрепите на этом. Вот. Он нормально живет, там родился ребенок, все это дети прелюбодеяния. И выхода никакого нету, только развестись. И, ну, ты можешь жить с ней, но никакого отношения так к спасению к церкви не имеет. Тут я должен сказать так, как у нас учит православная церковь. Это согласно Евангелию. А возлагать на епископа, что он разрешит, ну, это епископ, он на суде Божьем не будет, а будет Христос. Поэтому, если касается спасения, тут вопрос вообще ставить не надо, надо сделать как положено. Она сейчас беременная, как быть с этим тогда? А Писание на это не указывает. Дети, говорит, рожденные от незаконного сожития, суть свидетеля разврата родителей. Что ты не просто рядом она была, тебе на кухне помогала, а ты вместе с ней был, совокуплялся. И поэтому это дети разврата. Но они могут и крещены быть. Я вам говорю согласно Святой Библии. Просто, ну я отвечу по-другому, там скажу, имею 4 жён, ты скажешь, так это же мусульманцы. Ну поэтому еще дурью-то мается. Надо отвечать как следует. Нет выхода никакого. Выход только один. Развязать узы. А она-то не пойдет, уже, может быть, вышла замуж. Не знаю, надо к епископу идти. Ну, она в другой стране живет. У меня даже там вариант, как бы, я с ней жить-то не знаю, есть ли смысл. Потому что она живет с другим мужчиной уже. Я почему и развелся, что она уже жила с ним. Вам сколько лет? 47. Ну, что уже ты теперь говорить-то? Проживешь один. Нужна она. Мне... А ребенок, который кормить его, поить надо, платить там алименты. Тут вопроса тоже никакого нет. Ну, это понятно. Но для спасения ты должен быть один. Потому что вы венчаны. Скажешь, а я не согласен. Ну, последняя инстанция к архиерею, все, записать. Но как он архиерею решит? Он потворствовать будет греху, а вы сами возьмите на себя более строго. Что Бог будет судить по слову своему. Слово его – это Святая Библия. 12:48 Евангелия от Иоанна. Господь будет по нему судить. Поэтому, если наша встреча состоялась, вы должны услышать не мой голос, а голос Божий. Я вам прямо говорю, так говорит Господь Бог в Святой Библии. Вот. Сами обдумайте. И такие случаи были, и когда узнавали, что незаконный брак, они его расторгали сразу же, потому что завтра день не наш. Ты просто можешь умереть прелюбодеем. Потому что жена живая, прелюбодея. А если бы жены не было, блудник. Ну, с блудника меньше на 2 года епитимия. Это правило Василия Великого. Вот. Сегодня ты кончил с ней связь, покаялся, и после этого ты 7 лет не можешь причащаться. После этого. Закончил, когда грех. Тут моего-то ничего нет. Закон. Закон Божий, правило написано для православных. Для сектантов этого нету, им разницы никакой нету. А вот правило, например, Василий Великий пишет, что, так, например, если... Минуточку, подождите маленько. Говори. Воистину воскресе. Да я понял. Потом привести. Так, подожди. А тебе тогда книги-то высылать и не надо, ты прям на месте и возьмешь. А, так ты за прошлые книги говоришь или за новые? Ну, тогда вопроса нет. Я никогда не тороплю, как можешь. А не сможешь, я тебе... Если не сможешь, я тебя прощу, да и все. Все. Все, не надо высылать, не надо. Не люблю я ходить по кассам. Все, Валя, отошел я тут на скайпе. Отошел. С Богом. Потом перезвони, потом через час. С Казахстана беспокоит. Приезжали креститься. Попы не хотят крестить. Не хотят? Я вижу. Я им всякие доводы уже говорил. Я говорю, ладно, вы правила в крифе, в кость толкуете, там апостольские правила не признают. Ладно, давайте все, отбросим правила, оставим одну Библию. Вот по одной Библии, когда люди были, первые века крестили только в полное. До разделения на западную и восточную только в полное. На Руси до 1656 года, до Никона, только в полное. Сегодня все сектанты до одного названия, только в полное. У них кроме Библии ничего нету. А из Библии проистекает только одно. Ты должен погрузиться. Это завершающее рождение свыше. Признание себя грешником, принятие жертвы Христа, говорится, впустить Христа в свою жизнь, и руками священника троекратное погружение.
Попы, они просто мухлюют, обманывают людей, и все, деньги, деньги, деньги. Три условия должны быть, чтобы человек знал, во что верит, уверовал. Погруженный должен быть трижды, руками и бесплатно. Сегодня все нарушается. И поэтому никакого крещения нет, это обман. Обман. Как обманом захватили власть, убили царя, пришли вампиры. И они, вурдалаки, правят Россию, залили кровью. Ну все, какие они законные. А теперь идут за родину, за Сталина. За убийцу, за палача. Мы должны помнить корень, откуда их не, Бог не ставил. Ну а раз уже есть они, мы за них молимся. Молимся, Господи, продли этот мир. А вот сейчас говорят Путин, да мы дома порядок не наведем. За нас бы Путин тут наводил порядок. Он за себя не ответит. Это да. У Газпрома наше богатство. Да, вот обдумайте все хорошо, помолитесь, посмотрите, все это тленное. Если из-за того, что у нас грех какой-то связал, мы погибнуть должны быть в огне, то каково будет? Возьми стрелечку, поставь, говорит, на руку, посмотри, как огонь жжет-то. И все. Но сначала сходите к архиерею, как уж заведено-то. Но если он будет говорить вопреки того, что я говорю, ну, он за это ответит. Это не по Евангелию будет. Они за чего на меня лютуют-то, попы? За то, что я говорю, невзирая на лица, как есть. А вот вопрос у меня все-таки возникает. Если я не крещенный неправильно, так я и не венчанный тогда? Нет, венчание остается. Венчание остается. Ну, ты приходил для чего? Я, конечно, да. Венчание остается. Мне уже не первый раз сегодня задают это. Вот, а я был не крещенный, венчал. Мы никаких таинств не отрицаем, но крещения не было. И которые вот даже были моченые, то и миропомазание не совершается. А вот если не был женатый, то до этого все разрешается. Даже у нас был такой, он принял крещение, но она у него не же дети там были у него, но он не венчанный-то. И поставили его священником. Потому что все списано. Кровь Христа омыла всякий грех. Но венчания не было. Венчание совершается в церкви православной. Иногда говорят, а мы венчаны были у баптистов. Ну, у них венчания нету, но бракосочетание. И тогда мы не приветствуем разрушение брака. Тут архиерей решает. От меня один ответ. Она была жена, успокой свою плоть, постись больше, лишнего убери, и тебе некогда будет. Работай в поте лица 16 часов в день. И тебе она рядом будет и не нужна будет. Обойдешься. Картошку-то сам себе сваришь, трусы постираешь. А дитя, которое есть, для него вторую работу возьми, чтобы оно было обеспечено. Это вот по полной программе. На это не надо смотреть. Ну а когда арестовывает человек, он сидит? Сидит, жены нету. И дают, ну, допустим, не женатый посадили, хоть 10 лет ему никакой жены нету, и ничего не будет. А как на войну было, что с собой жен брали? А ведь это наша коротенькая такая жизнь. Вот. А еще вопрос. Семикратно в день прославляем Господа. То бишь, вот вы молитесь, как бы, а как человеку, который едет в машине постоянно, например, вот по трассе? По трассе? А да. Вы вот посмотрите, тут недавно ролики были. Один из Америки, Руднев, вы найдете. Я видел. Видели? Ну вот он едет, и можно молиться. Вот мы ездили... Да можно? С Благовестием мы ездили. От Дальнего Востока, мы там в Барнауле, от Владивостока до Лиссабона, Португалия. И мы каждый день молились, останавливались. А где выезжаем, уже нету. Мы сразу только покидаем населенный пункт, там город, сразу на молитву. И мы едем и молимся. Один из нас считает молитву, крестимся, совершаем крестное знамение, ну а уже утром по полной программе. Или едем, когда торопимся, или на месте палатку расстилаем, военная палатка, и на нее становимся босыми ногами. В пути Yes. нас нисколько молитва не умолялась. Мы 7 раз в день молились минимум. Вот на ходу можно, то есть не надо останавливаться на восток, там как вот мусульмане в цеху работают, на колени и туда. Нет, отныне во всяком месте, в духе истине. Бог есть Дух. Нам не надо и останавливаться, но бывает такая возможность, то мы останавливаемся. Допустим, мы обедали здесь, и мы попутно помолились. Но если мы торопимся, вот на Дальний Восток, мы каждый день проходили 1030 километров. На каждый день. Мы в 10 отбой, в 2 часа уже в дороге. Потому что большие расстояния, и нам нужно было к рассвету приблизиться, там, Благовещенко. Опять... И теперь мы гоним и гоним, чтобы успеть в Владивосток прийти к открытию библиотек. Мы везем книги. А ночь это наша. Вот так мы ехали. А по России-то тут попроще. Где-то рядом мы.
Проблему-то с водителем вы решили? Вот вы говорите, водителя вам не найти на... Так, опять ушли, вы глаза даже не видно. Так, с чем я не люблю слово проблема, это повторять его. Это нерешенный вопрос заменяю. Решен, просто решен. Так, повторите. Если у вас нет водителя, и вот везти в... Где у вас там контейнер с книгами? Вы про книги спрашиваете? Ну, я спрашиваю про водителя, например, как не вы. Найден. Пока один дальнобойщик приезжает на крещение, может быть, с ним будем, Марьясов. Вот. Никак мне, я утром едва-едва поднимаюсь. У меня 3 грыжи, сделали операцию, позвоночник сползает и все. То есть я никак не могу. Но настаивать, что автор, конечно, и лучше принимает, и... но не знаю. Здесь я с Сергеем согласен, Козловым, что вам не надо ехать. И согласен с вами, что ехать надо. Да. Потому что, вот, ну, сами понимаете, почему. Да. А вот чтобы позвоночник ваш укрепить, Владимир Вукста, наберите в интернете, с ним свяжитесь. Он верующий, как бы особо не рекламирует это, потому что, ну, вот люди, они знаете, как сейчас к этому относятся. Я Богу молился, толку никакого, мама померла, как бы, ну так, и слава Богу. Нет, со стороны мы уже никого не возьмем, которых не знаем. Нет, по здоровью, то есть он goltis.info, наберите goltis.info, либо исцеляющий импульс. Он, я просто 10 лет назад как бы занимался этой физкультурой, восстановил здоровье, у меня давление стало 120 на 8. Нет, только ехать нельзя. Вот. Нет, смысл в том, что он поднимает лежачих, таких как Сергей Козлов. А я не поднять Сергея. У него 5 позвонков и перерезан столб нервов. Никак, 13 лет уже лежит. Там уже операции делали, смотрели, там нечего ни соединять, ничего нету. Там все уже пропащее. Просто вот как бы для информации, для вас даже, поверьте, что это работает, потому что он с молитвой все это делает, исцеляющий импульс, то есть там как бы движение, правильные подобранные движения, и реально меня восстановило. Сейчас вот мне никак не начать этим заниматься, то есть от лености, наверное, своей. И вот бы вам бы, наверное, очень сильно помогло, потому что он на Байкал приезжает каждый год раньше на занятия, тогда группу собирал. Нет, мне уже ничего это не нужно. Я нормально хожу, голубям лажу и все. Представьте, за 7,5 месяцев, за 3 сезона, мы прошли 117 тысяч километров. Ну да. Вот. Это я лично в машине был. Ну, а чего больше-то надо? 76-й год. Вот уже с 10 июня будет 77-й. Что спрашивать? Ну, ехать, потому что это трясет, и он позвоночник у меня там вырезан, сползает. Нет, нет, я уже ничем не нуждаюсь. Главное лекарство – это мед и морковка. Мед и морковка, да. Морковка для глаз. Я очень много времени за компьютером. Вот. Так, я еще переспрошу, чтобы не искать. Вы это имя назовите свое. Юрий. Не понял. Юрий. Юрий? Да. Юрий. Ага. Юрий. А что у вас тут где в скайпе? Там какие-то слова не поймешь, что написано. Не знаю. Вот у меня такой скайп. Нет, ну там, где фамилия пишется, имя. Вот у меня вы откроете, вы увидите Лапкин Игнать. А у вас там что-то написано, не поймешь. Все, понял. Это производство так называлось наше. Это скайп-почи, значит. Да нет, надо открыто своим именем. У меня есть свой, просто там нет денег, а здесь 4 цента было, а со скайпа на скайп как бы... Ну я просто вам говорю. Да, я понял. Это как-то более вызывает доверие. А что прятаться-то? Мы перед Богом. Вот у нас 2820 видеороликов только наших. Там все абсолютно. Как мы едем, я начальник детского лагеря, как у нас в храме, проповедь говорю, встречи. И... Но это не 2, не 3, а 2800. И там мы нигде не скрываем. И мои адреса, и телефоны, все туда. Это ни вреда никакого нету. Да и не может быть. Мы храним и Богом. Мы счастливые люди, что нас Господь нашел. А вот Господь, молишься, и может Он сделать такие какие-то человеку необъяснимые вещи? Помните, как вы говорили, кусочек хлеба, или хлеба вы зимой пришли, горячий хлеб лежит, да? Да. У меня такой в армии был один раз, как бы, ну просто там был хлеб с маслом, там нам проще гранату найти, чем еду. Ну, видите, если просто так, а то где-то в сарае, куда заметено снегом, никакого следа нету, а я за 4 километра от города прихожу один, там сугроб, мне надо разгрести, зашел, и теплый стоит компот и кусок хлеба в момент, когда у меня ничего нету, а я работаю, тачки с бетоном на второй этаж катаю, я, ну, на пределе все, хозяйки нету, ничего нету, и вдруг
Большая кружка и ломти хлеба лежат. Это настолько было дивно. Зайти он не мог, тот человек, ну, раньше, то есть позже, чем 4 часа, там настоящий сугроб лежит. Никакого следа нету, вход только один в сарай. Я так на это и смотрю, что ангел мне подал, как пророку Илии, чтобы я не помер с голоду. Вот кольцо вот такое вот у меня здесь, да, вот есть? Да, да. Делал машину, оставил на полке его, прихожу, как будто упал, он мне показалось, вышел, нет ничего. Сделал машину, сажусь, кольца нету. Ну, расстроился я, молюсь, как бы, дай, что, дай какой-то знак, я до этого просил еще утром, мне, что мне делать? Ну, у меня проблема реально с этим возникает, то есть с семьей. Потерял кольцо, потом молился, что верни мне это кольцо, для тебя это тьфу, плевое дело, как бы вообще ничего для меня важно. Мама через неделю звонит, у меня тут кольцо где-то появилось какое-то, может быть, вот это кольцо, а я по телефону не вижу, думаю, какие глупости, ты говоришь, 500 километров расстояние, оно откуда возьмется? Думаю, может, у меня с головой какие-то проблемы, или что я туда ездил каким-то образом. В общем, я приехал туда через месяц, где она живет, и вот она подает мне это кольцо в 4 утра. Ну, может быть такое, что в этом ничего я не усматриваю, просто интересный был случай, я о нем упомянул. За чудесами, говорят, иудеи требуют чудес, а еллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Мне эти чудеса не нужны. Они не укрепляют веру, а наоборот, теряешь ее, как Иоанн Златоуст говорит. Вера зачем? Да надо для того, чтобы превозмочь все слабости духа, не хватает осознания этого духовной стороны. Я просто верю, верю и этим побеждаю немощь плоти. Вы, наверное, один сейчас на всю землю, поэтому и в последнее время не будет очень густо. Я думаю, как все спасутся, если куда их всех разместить, Господу будет. Так, у вас больше нет вопросов? Нет. Все. Ну, смотрите, то в течение 2 суток вы со себя увидите, мы разговариваем. Но жалко, что вот что-то у вас аппаратура не такая, не видно вам меня. Я сейчас попробую, я позвоню куда-нибудь в другое место. Может быть, видеокамера сломана? Хотя нет, меня-то видно же. Ну, я вас вижу, все. Ну и ладно, что меня не видите. Так. Ну, я сейчас включу, посмотрю. Да. Так, вот если вас как звать, с кем живете, эта женщина? Надежда. Надежда. У меня тоже Надежда. Надежда Боголюбова. Вы ей скажи, для спасения нам нужно не иметь общения друг с другом. Иначе мы оба погибнем, будем гореть в огне. Просто усиленно ее убедите в этом. Скажи, мы не можем жить, мы незаконное житие. До момента, пока не разрешит ваш правящий архиерей. Ну, это серьезно. Я это сказал вам, мне за это не отвечать теперь. Я понял. Все. Ну, все. Прощайте, выключайте. С Богом, до свидания.